Настройка камеры Hikvision. С ADPS сначала каждую камеру изменить IP. Надо. Это. И пароль спросит. Потом Internet Explorer. Пароль. Логин вводится. Так. Поспешил. Заходим в настройки. Настройка времени. Синхронизация пока можно сделать. Потом выбираем NTP, ручной сервер, часовой пояс, время сохранить. Потом сеть, прописанный у нас IP уже, и тут прописано уже DNS предпочтительный, этот видео согласно ТЗ у нас не более 12 кадров, максимальный 265, максимальное расширение 260. Его нету, сохранить. Так, изображение.